Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, почему же ваш iPhone не ловит сеть, когда он стоит на зарядке. Итак, начнем с того, что мы видим. Видим, что наша сама сеть есть, вот там две палочки, три добавляются. То есть, а если мы зайдем в звонки и проверим, допустим, счет, то оно нам целиком покажет ничего, никакого счета не выбьет, будет вот так вот грузиться на этом же уровне и как бы не даст никакого результата. Также вам будут звонить, вы будете говорить, что вы в сети, если вам будут потом говорить, что сказали вам не дозвониться, отключен, то вот такая вот ситуация есть, баг. То есть такой баг есть, и он лечится. Лечится он одним способом в данный момент, который я знаю, и как это сделать. Вот видите, так само вы никому не позвоните, куда бы вы ни старались, но сеть она есть. Вот. Лечится это как? Вам нужно будет отключить Wi-Fi, то есть полностью, не так, что он здесь будет висеть, а полностью отключить Wi-Fi, зайти в настройки, разобрать ваш iPhone и просто отключить батарею. Отключаете батарею, сбрасываете настройки сети, то есть получается времени и тому подобное. И опять же подключаете батарею. Wi-Fi должен быть отключен полностью, не забывайте. Так само вам нужно будет вытащить сим-карту оттуда. Вытащили сим и все. Тогда опять же подключайте батарею, перезагружаете устройство, вставляете сим. И уже когда вы подключите батарею, то есть зарядник к вашему устройству, и уже будет ловить сеть. Не знаю, с чем этот связан баг. Как всегда, компания Apple нас удивляет, но что тут сказать, как есть, так есть. Этот баг лечится именно так. Конечно, может у кого-то и по-другому он полечится. Просто вытащите сим-карту, перезагрузите устройство, и может даже так сработает. Не знаю, экспериментируйте, но я, по крайней мере, нашел такой способ и действительно проверил на другом устройстве с такой же самой бедой, и оно сработало. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки либо дизлайки, оставляйте комментарии, делитесь, кому помог, кому нет, или может подобная ситуация была. Не забывайте подписываться на соцсети мои, которые будут закреплены в комментарии. Также прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока!